Всем доброго утра, доброго утра. Видите, у нас там жених. Айза с мамой спят, мы пасемся, а жених в надежде. Ой, бедняга, ты домой-то хоть ходишь? Тебя козы боятся, не знают тебя совсем, жениха-то. Маленький, коротколапенький такой, не знаю даже, кто такой. Интересный такой пес, безэмоциональный, встанет вот так и смотрит. И еще любит на меня смотреть, как маньяк в окно. Когда вечером горит дома свет, он под окно встанет и вот так вот, как на луну. Ой, голубенький какой. У нас все нормально, мы как всегда не выспались. Ой, Фроська, он щемится ко мне, боится малыша. Что это? Ты хороший? Ты коз не видел, что ли? Ну, помаши хвостом, помаши. Ой, ты какой бедный, бедный пес. С Бимкой, наверное, дрался всю ночь тут, господи. Ой, бедолашка маленький. Это ж три раза его меньше-то. Бимка-то боевой самец, да, он тут, он даже с волками дрался. Чего? Ты сам козу боишься? Сам? Ты не знаешь, что это такое? Это коза. Он ободнуть может. Конечно, может боднуть. Говорит песик, мы тебя не знаем. Не боимся. И мешаешь ты нам маленько тут пастись. Скажем, мы кушаем, у нас утренний рацион, мацион. Все в кучке. Да. И ты маленький какой. Ты сходил бы к папе-то. Домой-то сходи. Где твой папа? А мама? Ну что ты такой прям весь? А? Маленький озабоченный песик. Сейчас поглажу тебя сейчас. Пасемся по бережку. Думаю, дай посмотрю ступеньки. Там мама вчера пошла купаться. Вся окрапивилась. И оказывается уже с этими дождями месяц не купаться не ходила никуда. Вся моя тропиночка заросла. Лесенка моя. Так что сейчас попробую почистить ее немножко. У нас очень низкая вода. Да, Фроська, скажи, мы любим по ступенькам бегать туда-сюда. Ой, козы. Так, сейчас я от вас провода все уберу. И мы пойдем до бережку. Маленький приставучий песик какой, а? Что? Маленький безэмоциональный песик. Что? Ой, у кого такое серьезное лицо? Ты как малюсенький щенок. О, точно, он похож на малыша Сенбернара. Чем-то таким. Чем-то похож. И спинка рыженькая, лапки белые, мордашка. Да. Только вот еще плюс длинные худые ноги прибавить, и будет такой глупенький короткошерстный синбернарчик такой, с мордасей такой неустойчивый, да? Ну что, козы, спустились мы донизу. Ой, не плачь только. У нас вон тут... Ой, плотик, а что у нас, плотик оторвался, что ли? Ой, плотик оторвался. Он у нас уплывет, если вода обратно поднимется. Видите, какая вода. Обалдеть. Такая высокая стояла вроде всю неделю. Там аж камни все, ничего себе. Видно хоть где камни находятся. Ой, красиво. Единственное, что сегодня, да, опять, наверное, будет штиль. Сейчас вот утро, и прямо парит так, что как будто в парилку зашел. Очень высокая влажность. Проснулся и сразу устал. Да, песик? Как-то тебя звали там Бобиком, что ли? Боб ты, да, пес? Как-то тебя кричали там в лесу, помню. В лесу с нами еще гулял. Папа тебя, наверное, обыскался. Обыскался тебя, папа. Ой, козы вон не кушают, боятся собачку. Ладно. Сейчас почистим дорожечку, вот эту мою лесенку, и пойдем наверх. Вот сейчас очень удачный ветер, немножечко пожгу веток, которые весной не успела. Надо было все-таки дожечь весной. Сейчас они все переплелись, пьянок, крапива, там и не косануть, и козы веревками путаются. В общем, сейчас попробую немножечко подчистить. Это уже совсем пастись неудобно стало. И очень подфартило с ветром. Его практически нет. Так что пламя в основном идет либо вверх, либо на дорогу. Очень удачненько.
Ну и плюс после дождей все кругом влажное. Сейчас утро, трава сырая. Так что сейчас потихонечку буду маленькие веточки зажигать. Ой, очень жарко, но когда отходишь от костра, кажется, что вокруг прохладно. Так что нормально. Ну и сегодня чувствую целый день, скорее всего, буду купаться. Купаться. Ой, немыслимое время купаться. Очень душно. Я думаю, что как раз искупаешься, и пока по ступенькам поднимаешься наверх, уже опять жарко. То Казунья Фрося. Ты вообще сытая, отдыхай. Лежи, отдыхай. У нас, смотри, тишина, блаженство кругом. Все спокойно, Фроська, посмотри. Мир успокоился, ветра даже нету. Полный штиль. Представляете, вон мама Анна скупается, Айзуня накупалась. Я, конечно, пока бежала, она уже вылезла. И мама вот там вот стоит. Вот так вот там вот мелко. Я бы туда могла бы доплыть. Офу-фу, красота. Вот так вот речка. На метр, наверное, точно упала. Такие у нас отмели посерединочке бывают. Ой, а там-то вообще... На видео, конечно, не видно, но поворот правого берега весь, можно пешком пол речки пройти. Обалдеть, миленько. А тебя отсюда плохо видно, ты далеко. Ага. Вода шикарная. Похудела, так теперь тебя не видно нигде. Да, Изунька? Накупалась, молодец, будет не так жарко тебе. Не так жарко, да? Прямо к тете плавала на середину. Молодец, ты у меня собака. Такой плакс. Плакса-вакса маленький. Массаж черепа. Успокаиваемся. Найзу влюбленными глазами не смотрим. Мозг спит, на недельку спит у песеньки. Да? Все? Загипнотизировался? Бимас. Хороший. Вот так вот у нас женихи спят, да? Говорю, почешите нам пузо, скажи, раз собаку не даете, да? Господи, что ты за пес-то такой, а? Ты что за пес-то такой приятный? Тебя, наверное, папа с мамой обыскались. Ищут, переживают, расстраиваются, а? Ой, не-не-не, все, лежи дальше, взбаламутила пса. Так, ну что, козуньки пасутся. Песики по обочинкам, хорошо, что не дерутся, хоть немножко подрались, сейчас ничего, просто по обочинкам лежат, все спокойно вокруг. Вот, сейчас уже, наверное, 5 или 6 вечера, я все еще сжигаю ветки потихоньку. Так что у меня будет золы, угольков по грядкам рассыпать, красота, много. Очень жарко, хожу все время, обливаюсь и сажаю. Это, наверное, для тех, кто думает, что сажать можно только весной и осенью. Вот, на улице невозможно находиться, наверное, 35, или, может быть, еще как-то там, не знаю, если на солнце, на градуснике. Да, пес? Скажи, а мы сажаем, делим, сажаем, переносим с места на место, да, дербаним на куски. Ой, ты бедняжка, ведь плотненький такой хороший, обнимашка. Ой, господи. Да, Бонька? Бонька прижилась. Бонька уже спокойно пасется, как путняя коза. А Фроська все орет. В общем, не знаю. Бонька коза младшая, так что, наверное, не получится у нее Фроську перевоспитать на свой лад. Ой, да, Фросенька? Скажи, все, я только с поля зрения на соседнюю грядку сейчас отойду 10 метров. Все, начнет орать. Куда пошла? Я тебя не вижу. Ой, как-то так. Ну ладно, жгем костерчик дальше. Угольки лишними не бывают в нашем деле, да, песенька?
Я даже не знаю, как тебя и зовут, пса такого симпатичного. Плохо, что у нас адресников с телефонами, с именами. Никто на собак не вешает. Вот так вот убежал песель, притулился к березке. Симпатичная ты морда. И лежит, страдает, бедняга. Страдает. От любви неразделенной. Время 7 часов вечера. Маман с подружкой устроилась. А я в лес. На самом деле, нисколько пока не попрохладило. Очень жаркий душный день, так что я в рубашке, в кроссовках. А все почему? Я поеду сгонять килограммчики. Вчера по подружкам проехалась. Все меня накормили тортиками. Такое ощущение, что кроме тортиков люди в деревнях теперь нынче не едят ничего, у всех тортики. А мамина подружка пришла и пекла пиццу. Так что я преступно еды наелась, мамочки мои, так как килограмм уходит плохо. Все, думаю, нужно пару часиков пошляться по лесу мне эти килограммчики. Ох, вот как-то так. Очень душно, очень безветренно. Вон я вся красная, как парась. Ну, с чувством морального удовлетворения. Ну, все, я вернулась. Солнце давно село. Последний костерочек сейчас зажгу уже перед ночью. О, у нас темнее, чем снимает. Так уже. Прилично так уже вот. Если вот я смотрю, например, на лес, который вот там вот за полем, самый дальний, он для меня черный. Прям совсем черный. У нас уже так это хорошо темно. Ой, ну что, нашла я два подосиновика. Один белый гриб, который так рос, что его, ну, просто точно кто-то пропустил. Лес такой выбранный-выбранный весь за выходные. И, наверное, литра 4 черники набрала. И все, тишина. Что там у нас? Что там у нас в кустах творится такое? Ой, слышу, все. Дамы наши насиделись на берегу, накупались, а уже темнеет, а они только накупались. Наболтались и уже поднимаются. Ну, все, значит, уже будем сейчас укладываться в баньки, так что всем пока-пока, до завтрашнего утра, надеюсь.